На сегодня налоговая служба проводит все необходимые мероприятия для того, чтобы работоспособность системы была восстановлена. И нужно сказать, что определенный эффект от этого уже есть. Сегодня с утра у нас работает онлайн-режим в нескольких ЗАГСах города Ульяновска. Но, правда, работает он очень медленно. На одну актовую запись сейчас уходит порядка часа. Конечно, это не та работоспособность, которая нужна нам и гражданам для оказания государственных услуг. Поэтому сегодня и вчера мы просили граждан, и просим их еще раз, если есть крайняя необходимость в оформлении документов, срочная необходимость, граждане могут прийти в отделы ЗАГС, и документ им будет выдан в любом случае. Для этого у нас предусмотрен режим офлайна, либо выдача документа в ручном режиме, то есть в рукописном. Хочу также сразу сказать, что рукописное свидетельство имеет ту же самую юридическую силу, как и печатный его вариант. Закон нам позволяет это делать. Закон также регламентирует заявить о факте смерти в трехдневный срок, о факте рождения в месячный срок. Поэтому торопиться не нужно. Сегодня для того, чтобы избежать недоразумений, недовольства граждан, сотрудники ЗАГС берут документы у граждан, берут их номера телефонов для того, чтобы спокойно зарегистрировать документы и по готовности сообщить гражданину, чтобы он пришел и забрал готовые документы.